Жители Субсесского и Гастагаевского сельских округов, участники ярмарок «Привоз», провели санитарную очистку лесополосы от станицы Гастагаевской до поселка Чембурка. Очистить от мусора, сухих деревьев и веток удалось более 1 километра. Субботники у нас продолжаются. Я всех призываю выйти и сделать наш город еще чище и еще красивее. Напоминаем, что в предстоящую субботу, 4 апреля, Анапа присоединится к Всекубанскому субботнику. Не оставайтесь безучастными, приведите в порядок свой двор, улицу. Красивая, уютная Анапа – наша общая забота.